Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал сегодня ряд клеветнических заявлений. Вызывает смех тот факт, что страна, которая на протяжении 30 лет держала под оккупацией территории Азербайджана, заявляя, Карабах – это Армения и точка, теперь обвиняет Азербайджан во вмешательстве во внутренние дела Армении. Об этом говорится в заявлении общины Западного Азербайджана. Было отмечено, что в частности представленная Николом Пашиняном небылица о том, что 31 армянское село якобы находится под оккупацией, свидетельствует, что Армения не намерена возвращать 8 азербайджанских сел, которые до сих пор находятся под оккупацией. Эти заявления также показывают, что Никол Пашинян, позиции которого в обществе становятся все слабее и слабее, и который испытывает проблемы внутри своей команды, стремится в поисках выхода из данной ситуации, намеренно обострить ситуацию и нарушить мирный переговорный процесс, подчеркивается в документе. Видимо, Армению подбадривают поставки оружия некоторых стран, в частности Франции, бандитские группировки типа Эркпара, а также Жозеп Борель и искатели приключений в Зангезурских горах, миссия Евросоюза. Армения должна отказаться от опасного курса, которого она придерживается в последнее время, отмечается в заявлении общины.